Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот мне подписчик написал сегодня, мне очень комментарий такой про эффект Манделы. Ну, про видео там мне было. Видео такое, мой эффект Манделы и лично мой глюк. Ну, я так поделился, что у меня вот памяти вот такой вот по молодости. А по факту ни документов не делают. Вот и людей спрашиваю, они не помнят этого. Никто это не помнит. Один у меня вот глюк такой в прошлом. Вот такое видео у меня есть. Как бы создался в своем глюке, что у меня такое прошлое было. Хорошо. Ну вот, короче, мне подписчик пишет такой комментарий. Сегодня обнаружил новый эффект в советском мультфильме «Простоквашино». Когда шарик рисует на печке Матроскину фигвам, рядом с фигвамом появилась еще и фигура индейца с перьями на голове. Не было его, я смотрел этот мультик сотни раз. Когда я прочитал комментарий, вспоминаю вот эту печку, этого шарика, и он, Матроскин тут телеграмму-то, и он фигвам-то рисует. И тоже я не помню этого индейца, понимаете? Написал я ему комментарий, надо глянуть. Рада мой, глянул. Я еще пересомневаюсь. Вот, знаете, пока я не глянул, я точно знал, индейца там не было. Интересно, что за индейец? Посмотрел этот мультик, и теперь у меня сижу в голове так, сижу, то ли, блин, был этот индейец, то ли не было. Я вот, не... короче, рада мой, сейчас посмотрите, пожалуйста. Нет, нарисую. Ну и что это? Что это за народное творчество? Это индейская национальная народная изба. Фиг вам называется. Так вот, рады мои. Вы мне скажите, в комментариях напишите. Был вот этот вот индеец сбоку или не был? Вот я вот сейчас сомневаюсь, как посмотрел. Сижу я такой, вот так вот. Все, напишите отзывы, ставьте нравлики, не нравлики, пишите. До свидания, родные мои.